Всем привет! 110-я серия турецкого сериала «Плен» выйдет 12 мая. С русской озвучкой эту серию можно будет посмотреть через несколько дней. Если вы не хотите, чтобы Хира бросила Орхуна, ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. Орхун показал Хире видео, и теперь она точно знает, что невиновна. Но у нее возник другой вопрос. Почему Орхун, давно зная правду, не говорил ей об этом? Хира сильно обижена на Орхуна из-за того, что все это время она зря корила себя и переживала муки совести. Видя страдания Хиры, Орхун решил сделать ее свободной и отпустить. Но куда она пойдет? Да и как Хира бросит маленького Али, ведь она пообещала ему, что будет всегда рядом и позаботится о нем. Так что, скорее всего, Хира успокоится и никуда не уйдет. Благодаря Хире Афифе вернулась домой, но все это не изменит отношение Афифе к Хире, и она по-прежнему ее ненавидит. В это же время Кинан просит Мирьем не искать легких путей, а бороться. И Мирьем наконец-то призналась, насколько ей было сложно оставить Кинана много лет назад. Если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям, тогда подписывайтесь на канал и не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.